Почти 39 тысяч рублей на одного человека. Всероссийский центр изучения общественного мнения подсчитал, сколько денег на летний отдых приходится на одного жителя нашей страны. В расчет брали 30 дней отпуска. Примечательно, что в этом году женщины отдыхали чуть больше мужчин – 32 дня против 28. В среднем компании состояли из 4 человек. Кстати, сумма чека на одного отдыхающего с прошлого года практически не изменилась. Разница составила всего 253 рубля. Больше всего на отдых потратили молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет, чуть больше 50 тысяч рублей. Самыми экономными оказались пожилые граждане старше 60 лет. Они уложили в сумму 25 тысяч. Мы решили узнать у кировчан, сколько они потратили на отпуск в этом году и организовали опрос в соцсетях. Итак, 27% заплатили больше 50 тысяч рублей. Около 30 тысяч потратили еще 15% респондентов. Суммой в пределах 10 тысяч ограничились 3% опрошенных. А сколько еще потратили кировчане на отдых, узнаем из рубрики «Мобильный журналист». Ездил в Москву. Так. Ходил, гулял по Москве, по музеям, в театр. Порядка, наверное, 35 тысяч. На одного из себя, на одного, да? Человека для себя. Да, в Казань ездила. Ох, что там понравилось? Все, день города. Мы попали на день города, и там был концерт. 8 тысяч. Отдыхал, да. Где? Долинский район, деревня Шалаги. Очень хорошее место, рекомендую посетить. Просто это лучшее место на земле. Там есть пчелы, приезжайте, мед на свой отдых. Вы знаете, буквально хлеб, пачка масла и все. Вот. 100 рублей. Как ты это делаешь? Расскажи, как отдохнуть за 100 рублей. Ну, вы просто берете родителей, и они вас кормят. По России путешествовал на автомобиле. Где именно? Ярославль, Тула, Москва, Нижний Новгород, Новомосковск. Поскольку семья большая, она может 100 тысяч уложиться. Я отдыхала в Кирове, ну, в Кировской области, ездила с молодым человеком на рыбалку, на Филейский затон много раз, вот, таким образом мы отдыхали. Ну, может быть, 1030. 1030? Да. Владимир, Кострома, Ярославль, Вологда, Архангельск, Северодвинск. Вы так немножко по Золотому кольцу частично проехали, ну, да? Ну, конечно, это кусочек Золотого кольца. На полукольцо. Вот. И потом, а дальше поехали к своим друзьям. Архангельск, Северодвинск. Честно? Да. Жене не расскажете? Конечно нет, вы что? Кого, ну, я сдавал-то когда? Где-то 120-130 тысяч. Здесь отдыхал, в Кирове. Ходил, купался в огороде. Отдыхал дома. Ой. Не отказывал себе ни в чем, не считал. Ну, примерно хотя бы. Ну, примерно 1020. Ездили ли куда-нибудь этим летом? Нет. Почему? Потому что работала.